Почти месяц потребовался специалистам, чтобы назвать официальную причину пожара в общежитии в Новочебоксарске. Неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли эксперты. Напомню, речь о возгорании 14 июля. Тогда пришлось эвакуировать людей с верхних этажей здания. Никто не пострадал, однако многие квартиры стали практически непригодными для проживания. Сегодня эту тему подняли на неочередном заседании Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кто виноват и кто сделал, репортеры республики выясняли. Эти кадры с места пожара в Новочебоксарске республика показала первой. Пламя повредило крышу и уничтожило деревянные конструкции. Из дома эвакуировали 56 человек. Жителям дома, которых в результате пожара поселили в общежитии Новочебоксарского политехнического техникума, до сих пор оказывается вся необходимая помощь. Организовано трехразовое питание. Решается вопрос о дальнейшем их размещении в бывшем профилактории одного из заводов. На сегодняшний день завершены работы по разбору завалов и вывозу мусора из чердачного помещения. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия оперативной группы Следственного комитета Следственного управления. Сегодня на заседании озвучили и результаты проведенных экспертиз. Действительно, в максимально короткие сроки экспертиза была проведена. На сегодняшний день сумма подтверждает 12 929 тысяч обозначена сумма ущерба. Экспертиза готова быть выдана по факту, соответственно, загрузки документов со стороны проектировщика. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Новочебоксарск был введен 14 июля. Но глядя на статистику возгораний в городе, несколько дней назад в Новочебоксарске горело еще одно общежитие. Принято решение ввести режим ЧС во всем городском округе. Неосторожное обращение с огнем, пока лицо виновное в этом не установлено. Материал у нас изъят, передан в Следственный комитет, как было доложено, мероприятие проводится сейчас. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ. Глава республики Олег Николаев призвал ускорить работы по ликвидации последствий пожара, уделить максимальное внимание людям и обеспечить скорейшее выполнение всех строительно-монтажных работ, чтобы привести дом в нормативное состояние до прихода осенних дождей. Татьяна Трофимова, Надежда Макашина, Павел Рядков, Республика.